Так, вот мы тут заехали, в общем, в Карпинск. Это мы уже на окраине. Так. Я волосатый, собственно, но вот тут. Вот основная достопримечательность, насколько я понимаю, которая бывает на заставках местных вестей. Вот, машиностроительный завод Карпинска. Да нет, блин, вышка а на чё? Горе. А, вышка на горе, ну да. Как ты думал? Они как-то завели связи, да? Связь нормальная, у меня по телефону будет, я не знаю, что это. Ну что я могу сказать, самую северную точку, которую мы проехали буквально 10 минут назад, вот. Это перекресток в Карпинске. Да, я это сфотографировал с рекламой мотива. Здесь сам, надо именно сделать рекламу здесь. Да, если ехать на Канжах. Ну мы на Канжах, наверное, еще севернее идем. Нет, это видишь, он как бы идет потом на юго-запад. А, то есть мы даже если на Канжах попремся, мы. Не факт. Севернее не уйдем. Понятно, ладно. В общем, Канжаком. Ну, в общем, едем, пока без приключений. Пока все заебись. Но правда уже, блять, тут же значительно холоднее, чем дома. Ветра меньше, но он такой, блядь, холодный. Ну что? Ветер, да, ветер дует с севера. Ну ладно, еще поснимаем попозже. Еще видно, вышка такая, заметь. Вон. Там, вот, охренеть, какая-то радиостанция, наверное. Ну да.